Всем привет, друзья! Вы на канале TNT Fox. Сегодня будет классный видос со взрывами машинки. Смотрите, сейчас вам покажу. Есть вот такая машина. Классная, будем сейчас ее взрывать. Смотрите, принес очень много пиротехники, которая осталась в прошлых видео. Кто не видел, откройте вкладку «Все видео», посмотрите. Я там уже взрывал различные машинки, предметы. Очень классные. Получилось очень интересно, так что посмотрите. Петард осталось еще много. Думал повзрывать что-то такое интересное. Что ж, смотрите, пиротехники куча. Давайте что-нибудь попробуем взорвать. Так, берем вот так. Для начала будем, не знаю, где-нибудь вот здесь тестить. Так, закинем в кабину первое пиротехническое изделие, такое для хейтеров. У нас же есть хейтеры на канале, поэтому для них всегда беру эту штуку. Давайте еще подбавим желтый. Класс. Так, можно розу. И давайте одну розу прям под машинку. Жаль, не взял камеру с собой, выпало. Так, придумаем, как и что еще взорвать. Так, много бумажек осталось, петард было очень много, взрывали классно. Давайте вот такую пулеметку возьмем. Это у нас упаковка по 50 выстрелов ленты. Так, их берем. Что-нибудь еще такого классного. Хочется что-то с эффектами повзрывать. А вокруг только одни мощные петарды, которые одной петардой можно разорвать эту машинку несчастную. Попробуем на мощность разные корсары. Так, давайте установим в кабину вот такую ленту. Посмотрим, на что она способна. Да, ребят, в таких видео не очень мощные петарды взрывать, но ребят, видосов на канале есть очень много, уйма, и там и в воде взрываются взрывы разные, и везде. Поэтому, ребят, открывайте вкладку «Все видео», находите видосики, какие вас интересуют, очень классные, там мощные петарды, и топы есть разные с мощными петардами. Думаю, всем вам понравится, так что обязательно смотрите. Не разорвала. Так, давайте еще одну. Так, поставим. Здесь мы тоже взрываем большие петарды, мощные, но напоследок, ребят. Так как хочется просто побаловаться, а так повзрывать что-то интересное такое с пиротехники. Посмотреть, как оно будет взрываться здесь. Ты что, снесло, короче. Снесло верхний слой. Как-то он оторвался, что ли. Ну-ка.
Давайте в кабину одну закинем. Ты шо, кабину разнесло? Вот это да! Мощно. Нужно вплавить сюда несколько ракет или свистулек. Ну-ка, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Есть вот такие штуки классные. Давайте вплавим туда. 4 штуки, будет очень интересно. Так, берем. Поставлю камеру вот так. И при вас буду туда вплавливать. Так, ну-ка посмотрим. Может быть, этот верх... Нет, как раз... То, что нужно. Так, одну при вас вплавлю, а все остальные так потом. Так, одна есть. Все, ребят, есть 4 штуки, вплавил. Давайте теперь посмотрим, как они сработают. Думаю, ну, как получится, так и будет. Так, сейчас расчистим место. Вот здесь. Есть движение, есть. Посмотрим, поедет или нет. Главное, поджечь все. Немного сдвинулось, ребят. Ну ничего, так нормально пошло. Так, жаль, больших ракет не взял. Но у нас тут есть самолет. Но не хочется самолет портить зря. Его лучше запустить ночью. Тут самолетиков, кстати, что-то очень много осталось, смотрите. Если хотите, сниму для вас отдельный видос с ними. Так, давайте посмотрим, что еще есть. Такого интересного. Или будем уже взрывать. Давайте еще пятивзрывку засунем. 2. Блин, они рассыпались. Давайте одну хотя бы. Так. Можно розу со взрывом в кабину установить и посмотреть. Это голову оторвало. Где-то тут она упала. О, целую кабину снесло. Смотрите, там есть место под петарду. Давайте что-нибудь такое выберем. Бахнуть, чтобы не сильно мощное, но, так сказать, взорвалось. Блин. Все такое мощное, что с первого раза разорвет. Хочется хотя бы еще одну какую-то так взорвать. Ладно, давайте тогда будем взрывать что-то большое. Что вы хотите, чтобы я взорвал? Смотрите, петард есть очень много различных. Давайте попробуем вот эту огромную Black Tiger. Если он вдруг не взорвется, взорвем тогда что-нибудь еще. Так. Поставлю где-нибудь вот так, установим прям под низом. И будет топовый взрыв. Вот так. А камеру где-нибудь вот так. И будет улет. Ну что, поехали. Вы видели, ребят, вот это да. Взорвалась топово. Смотрите, вот куски остались. Еще где-то там поотлетали куски. В общем, такие взрывы получились классные. Машинка, конечно, маленькая, но если хотите побольше, буду обязательно для вас брать побольше. О, смотрите, нашел еще колесо. Можете посмотреть предыдущее видео, там тоже были разные машинки.
Очень интересно, мне нравится взрывать машинки. Если захотите, буду привязывать еще как-то ракеты. Большие, может быть. И они будут тянуть, короче, тяга будет такая. Как? Будет интересно или нет? В общем, напишите в комментарии. Я надеюсь, вам такое видео понравится. Если захотите, обязательно сниму. Еще осталось много петард, как видите. Можно что-то с ними еще снять. Обещаю, сниму с ними что-то классное. Принесу еще каких-то игрушек интересных. И будет интересно. Так что, ребят, подписывайтесь. У меня видосы выходят каждый день на канале. Не пожалеете. Есть что посмотреть. Открывайте вкладку «Все видео». Смотрите. За год выходит очень много видео, которые вы просто обязаны заценить. Ребят, я знаю, некоторые начинают смотреть мой канал только в сезоне, когда появляется пиротехника в продаже зимой. Но, ребят, есть и те, кто смотрят просто видосы, когда они в топ выходят, или из рекомендаций что-то, или те, кто подписаны, смотрят. Ребят, я вам очень благодарен за то, что вы просматриваете мои ролики. Стараюсь для вас чаще снимать такие видосы интересные. Так что, ребят, поддерживайте лайком, с меня новые интересные видео. Пишите, что думаете по поводу сегодняшнего видео, как вам такие взрывы, чтобы повзрывать такими мощными петардами, потому что, не знаю, я что-то не могу ничего такого найти мощного, чтобы взрывать, только разве что стиральные машинки я взрывал супер мощные, там как раз для этих петард подходит, а что-то вот такое маленькое, оно с первой же петарды разрывается. Хочется что-то интересное, так что напишите в комментарии, чтобы такого классного взрывать, мощного. Как вы думаете? Может быть, где-нибудь найти старые канистры металлические, я когда-то взрывал, было очень интересно. Ну, в общем, предложите ваше предложение, а я обязательно сниму для вас. В общем, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подпишитесь также на второй канал, ссылка будет здесь. Также внизу в описании на втором канале выходят тоже топовые видосы с петардами, очень интересные. Думаю, всем понравится. Заходите, смотрите. Не забудьте посмотреть здесь 4 видео, они тоже классные. Может быть, вы их еще не видели. С вами был ТНТ Фокс. Вон колесо лежит. Всем спасибо за просмотр, ребят. Пока-пока, до новых встреч.